Я. Что за дикое слово? Неужели вон тот? Это я. Разве мама любила такого желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я? Тот, кто каждым ответом желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх. Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, это я? Тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить. Впрочем, так и всегда на середине рокового земного пути, от ничтожной причины к причине, а глядишь, заплутался в пустыне и своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.